Еженедельный объезд главы Электрогорска был посвящен проверке качества зимней уборки территории города. В обходе также приняли участие заместители, представители дорожных служб и управляющей компании. Замечания были сделаны сразу же, выйдя из здания администрации. Сбербанк особо у нас посещаемое место. Здесь нужно сделать максимально комфортные условия. Машины разгонять и все очистить. Очень много вопросов возникло по расчистке дворовых территорий и парковок. Денис Олегович поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ проконтролировать устранение выявленных проблем. Вчера мы 44-й делали, 36-й делали. Сейчас мы вот перешли вот сюда, здесь очень много было снега. И 32-й вот сейчас, где поменьше машин будет, там будем чистить. Во время обхода делегация обошла дворы, жители которых обращались с просьбами, в том числе по установке детских площадок. В летний период запланировано выполнить обещанное. С бегой-групп мы общались на этой неделе, представитель приезжал. Надо посмотреть, что нам здесь поставить. Во-первых, я вижу, что вот эти все качели, карусели, горки надо отсюда будет демонтировать. Нужно сюда заказать детский городок. Посмотрите у них на сайте, что наиболее-менее приемлемо. С Ольгой нужно связаться. Помимо этого, глава проверил качество содержания и расчистки детских площадок. Особое внимание было уделено состоянию кровель, очистке от снега остановочных павильонов и пешеходных переходов. А дальше вот на мост вот люди как вот должны перейти. Вот он идет дальше, и куда вот он? Направо смотри справа, что творится, и смотри слева. Вот, ну, девушка с коляской идет, и дальше что? Здесь можно было взять и вручную все это почистить. Не обязательно сюда лакус отправлять. Просто вручную. Вышел дворники, приходят, они там, не знаю, с зарплаты, за авансом. Вышли и почистили. Начальник ЖКО и мастер по благоустройству куда смотрит здесь? Аркадий Николаевич. По итогу объезда Денис Олегович дал рекомендации по устранению всех замечаний в ближайшее время.